Здорово, ребята, всем привет, с вами Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием City Skylines. Да, у нас огромные, мать его, проблемы. Вы посмотрите, ребята, какие просто проблемы. Везде мусор. Везде есть мусор. Я даже не знаю, что и делать. Смотрите, одни бочки мусора. Просто везде. Это лучший мэр на свете. Кстати, почему не уходили давно серии, да? Потому что мэр Римас ездил на Гавайи, ездил в другую страну, договаривался, узнавал, как, проверить, как избавиться от этой проблемы, и вот он прошел курс, как говорится, обучение. Да, как правильно плавать, как правильно отдыхать на Гавайях с тёлками, как правильно, управлять городом и прочее. Вот как-то так, из-за этого давно серии такие не выходили, довольно интересные, да. Самые лучшие серии во всём свете, Вася, это самый мощный канал, ёптать. Канал YouTube называется, вот так вот. Так, ну что ж, ладно, сейчас нам надо опять, мне кажется, я не знаю, что даже с мусоркой делать. У нас две мусорки просто забиты, я не знаю, что делать-то. Объект очищается. Это у нас первая мусорка, и вторая мусорочка тоже объект очищается. Слушайте, полная жесть какая-то. Кстати, ладно, давайте сейчас очистку пока что прекратим. Ускорим время. Сейчас должно, по идее, все сработать. Кстати, ну, пора, мне кажется, уже развязку строить. Да-да-да. Ну, давай, развязочка. Так, мусорки поехали. Начали потихонечку пополняться. 1, 2, 3. Три мусорки, душу умотал. Три свалки. Что делать-то, а? Что делать? Еще в прошлой серии, вместо того, чтобы построить автобусное депо, я каким-то хером построил трамвайное депо. Ну да ладно. Поэтому пришлось продолжить, как говорится, делать трамвая. Так, нам требуются еще магазинчики, да, всякие. Сейчас посмотрим, куда мы можем магазин-то воткнуть-то. Давай вот сюда вот, вместо этого. Сейчас они должны здесь как раз построиться, да? Да, отлично. Также, жилая зона высокой плотности, вот-вот скоро она нам будет доступна. Ну-ка вспомним для мусорки, что нужно. Утилизационный завод. А, тоже 7000 человек, жителей нужно взять с собой. Этот дом забросили, не знаю почему. В чем проблема, Карл? Вы почему бросаете мой город? Не надо бросать город-то. Музыка такая прикольная, да? Просто обалденная музыка. Сейчас я поставлю здесь еще развязочку какую-нибудь. Вот здесь вот, как вам такая идея, а, ребята? Вот так вот, хоп, правой мышкой. Вот так вот ее если сделать. Хотя, куда мы ее воткнем-то? Нам придется здесь кольцевое ставить. Лучше давайте подождем. Осталось почти 800 жителей, да? Если быть точнее, 730, уже 720, уже 710, уже 800 жителей осталось. Прекрасно. 800 жителей, и у нас будет новые здания, и новые заводы, и прочее. Придется потом от свалок избавляться. Кстати, спасибо большое за ваши подсказки. Наконец я понял, в чем проблема, почему у меня не было катастроф. Вот сейчас вот можно вызвать вообще любую катастрофу. Даже метеорит сюда можно вызвать. Там, и все. А это из-за того, что у меня какой-то там мод стоял устаревший. Я его удалил, поставил новый. Ёптать. Вот, пожалуйста. Все заработало. Так, лесные пожары пошли. А вот это вот очень плохо, если лесные пожары пошли. А, нет! Стой! Землетрясение! Ё-моё! Это что такое-то? Ё-моё! Нет! 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 Минус 400 жителей. Просто на ровном месте. Ой-ой-ой. Мама моя. Дорогая. Это землетрясение. Прямо в центре города. Ты чё меня троллишь так, а? Ё-моё, смотри, какой шов-то пошел-то. Обалденно просто. Слушай, у нас уже... Мы в минусе, только что было чуть... Блин. Плохо? Плохо, очень плохо. Давайте кредиты брать теперь. А что теперь делать? Жестокань, я такой. Давайте возьмем кредит. Так, сколько тут этот кредит осталось? Выплаты 49 тысяч, у нас 67 тысяч, да? Берем еще кредит. Выплачивать ничего не будем. Сейчас мы с вами сделаем следующее. Мы с вами сейчас, друзья мои, поставим вот эту вот хренотель. Мы ее никогда не строили. Надо ее поставить обязательно, чтобы они спасали
Людей, людей-то надо спасать-то, правильно, да? Правильно, правильно. Сейчас мы их спасем. Вот сюда вот поставим. Так, пожарные службы. Так, кладбище я хотел построить, ладно. И нам надо, конечно, еще и бункер поставить, обязательно. Блин, не знаю, сейчас стоит сейчас бункер ставить, не стоит. Давайте все-таки поставим один бункер. Пока что один. Пока что один. И у нас 38 тысяч бакаренских с собой. Слушай, это плохо, это очень плохо. Это очень плохо. Так, ремонтируем, ремонтируем. Музыка просто обалденная. Песенки, ребята. Обожаю такие песни. Ой. Просто обалденно. Эх. А что я тут построил? Что-то не понял. А, я тут... Оказывается, надо было просто простую дорогу ставить, и все. А я что-то прям этот парюсь с этим делом. Ладно, хорошо, сейчас мы все поменяем, все сделаем. Не переживайте. Бля, вот это, конечно, дало-то, а? Землетрясение. Прям в центре города. Душу мотало его просто. Вась. Так, здесь тоже простая дорога, насколько я понял. Да, это так. Отлично. Плотный город. Самый квадратный город, Вася, на свете, да? А что я здесь не могу ничего построить? А, понятно, я же это сделал, так. Придется нам передвинуть. Так. Дамы и господа, с вами мэр Римас, самый чуткий. Самый честный мэр на свете. Он даже не уподобился построить вовремя убежище, да? И теперь не знает, что делать. Нам надо, кстати, вот эти вот развалы, завалы тоже потихонечку обрушившие, вернее, пытаться как-то спасти ребят, людей. Люди, давайте, мои родные. А чё у меня тут все это зависает-то? Люди, давайте, 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 вертушки, идите спасайте жителей. Надо их спасать. Кстати, самое интересное, что везде все разрушено, а школа-то осталась. Школьники такие живучие-то, а? Посмотри на них. Молодцы. Умеют выживать. Это просто гребаная жесть. Давайте, давайте, ребята, собак. Ищем, ищем выживших, быстренько, быстренько. Блин, собака друг человека, да? Эволюция называется. У них же, у собак кто предки-то? Кто, кто, кто? Правильно. Волки. Я недавно программу одну смотрел тоже. Да, и в принципе в детстве читал, помню кое-что. Про то, как происходила эволюция, да? Волков. Некоторые собаки, собаки получили. Что у нас тут? А, здесь мы можем уже восстановить. Готов к восстановлению. А интересно, оно само будет автоматически восстанавливаться? Я уже не помню, если честно. Так, ну вот это, вот здесь вот уже спасли. Ребят, молодцы. Еще одна вертушка летит. Вот, уже какое движение пошло, ребята. Смотрите, какая просто красота. У нас 6000 гребаных монет осталось. Это очень мало. Терри. Обалденно написано. Песня просто обалденная. Так, что это такое-то? А, понятно, хорошо. Здесь у нас все работает, все хорошо. Давайте тогда, ладно, для убежища сделаем пока что первый маршрут. Нам надо первый маршрут делать, дорогие друзья. Вот так вот. Вот так вот будет отлично. Что-то у нас там с полицией проблема, что ли? Уровень преступности 12% в нашем городе, друзья мои. Нам придется построить еще полицейский участок именно в этом районе, потому что те полицейские тупо до нас не доезжают, до этого района. Хорошо, сделаем. Так, ну и, конечно же, придется это дело закопать, зарыть и поставить здесь какой-то монумент. Знаете, типа, вот здесь когда-то было... Блин, здание сгорело дотла. Красота просто. Просто красота.
Вот здесь вот был когда-то землетрясение, и погибли очень много. Или мало. Я не знаю, сколько там погибло. Ладно, ускоряем время. Блин, вот чуть-чуть оставалось до 7 тысяч жителей, и, к сожалению, у нас происходит катастрофа. Эх, ух уж этот город. Ух уж этот мэр, Римас. Где ты был, Римас? Нам бы еще автобусные эти поставить, да? Ага, вот оно что, Михалыч. Смотрите. Либо я что-то с маршрутом. Вот оно что, Михалыч. Ремонт сделали. Сейчас, по идее, маршрут должен восстановиться. Не, хрена с два, он не восстановился. Хорошо. Сейчас сделаем тогда вот так вот. Остановка, остановка, остановка. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 остановок. Здесь у нас будет 7-я остановка. 8-я, 9-я. Господи, кто там? Робот заработал, что ли? Рингтон, рингтон какой-то там. У них какие движухи, рингтон, говорит. Добавить остановку. Давай, родной. Вот так вот. Отлично. Так, нам надо бы еще белую остановку сделать. Здесь мы можем светло-зеленую. Здесь у нас будет вообще желтая остановка. Здесь у нас уже белая есть какая-то остановка. Давайте оранжевый цвет. Вот прямо вот так вот, чтобы... Ну, я имею в виду не остановки, а этот... Маршруты. Так, все, маршруты выехали. Сейчас еще новые, по идее, должны выехать. 25, ребята, используется трамваев. Я не знаю, это предел или не предел, или, в принципе, тут, по идее, без разницы. Тут одна дупа хватает, мне кажется, для всего этого дела. Вот они, еще трамваи какие-то поехали. Сейчас они, по идее, должны поехать прямо. Да. Hey, listeners, да. Hey, слушатели. Туда-сюда, обратно, всем приятно. Ну что, ждем, ребят. 500 жителей осталось. 7 тысяч нам надо брать. Надеюсь, к этому моменту опять не будет ничего происходить, как это тогда было. О, парк восстанавливаем, конечно же. Восстанавливаем парк. Да, смотрите, ребята, вот эти вот разрушенные здания, они автоматически сами восстанавливаются. Потихонечку, аккуратненько. Без каких-либо проблем. Это очень радует. Душу его мотал. Так, кладбище используется. У нас пока что одно кладбище пока что. Жители 674 из 3000. Имеет смысл построить еще вторую кладбище, да? Ну, ладно. Давайте сначала выплатим первый кредит. Угу. Еще чуть-чуть осталось. Чудесный город. Я такой мечтать не смел. Это да. Город Рима самый лучший город на свете, Вася. У нас еще тут разные промышленные зоны. Что тут у нас, кстати, с электроэнергией, со всеми этими делами? Water tank. Так, кстати, водохранилище нам бы еще построить. А можно, в принципе, попозже чуть поставить, да? Выброс свежей воды делать не будем. Вот она, кстати, водохранилище. Водяной резервуар. Где при необходимых, да, то есть, когда там бывают катастрофы всякие, и у тебя город отрезан от воды, да, и тут как раз водохранилище поможет, потому что вода это просто не, я не знаю, без воды вообще жить невозможно. Давайте полицейский участок все-таки поставим второй сюда. Вот они, кстати, машины, патрульные машины вообще поехали в другое место. Вы что творите-то? Бегом. А то у нас тут протокольные рожи уже появились. А это не есть хорошо. Прикольно, да, полицейский участок, ребят, смотрите. Полис. У нас прям деревня настоящая. Кстати, у нас после 7 тысяч, да, появится возможность? Да, смотрите, сейчас будет у нас 7 тысяч. 7 тысяч, Карл. Кстати, опять гроза пошла. Блин. Плохо. Что тут у нас пожарной безопасности? МЧС. Всего лишь два депо.
Нам бы еще пожарную станцию построить, большую. Огроменное депо. И какую-нибудь радиомачту. Сюда. И сюда. Отлично. Отлично. Ну и, конечно, побольше бункеров. Нам надо как-то укомплектовать свой город так, чтобы не было много расходов. С другой стороны, чтобы было, было более-менее безопасно для таких вот всяких катастроф, да, инцидентов и прочее. И нам надо вот это дело поменять, потому что у нас здесь полянь сливается жестко, очень жестко. И загрязнение происходит просто невероятное. Ну-ка, давай-ка мы тебя поменяем, дружище. Сейчас посмотрим, что... О, вот это вот давайте возьмем. Не-не, давайте вот это вот. Типа медик. Короче, непонятный какой. Типа какая-то эпидемия произошла, да? А сколько денег у нас? 19 тысяч. Прекрасно. Ну давай, давай, родной, давай быстрее. Стройся, блин. Скорее бы, скорее бы, скорее бы. Строим здесь промышленные зоны. А, и можно, в принципе, сюда построить еще новые домики всякие. Вот так вот. Я пока делать не буду ничего, знаете, ну, я имею в виду... Новые дороги строить пока не буду. Мне надо набрать определенное количество денег, чтобы, во-первых, расплатиться с этими долгами. Сколько у нас там? 44 тысячи, да, нам надо набрать. О, ё-моё, что-то появилось 7 тысяч жителей. И, конечно, я просто escape нажал нечаянно. Хотел выйти с этого меню. И, короче, ладно. Я вас, ребята, поздравляю. 7 тысяч жителей, наконец-то. И у нас есть нормально такие деньги, да? Да, очень хорошие деньги. Все-таки я хочу выплатить досрочно, чтобы эти процентики не капали нам. И у нас остается очень-очень душу мотал мало времени. Ну, очень мало денег, вернее, времени. Какое время, Римус? Душу твою мотал. Утилизационный завод. 5%, 10%. Берем вот этот хотя бы 5% на кредит. У Рокфеллера, да? И возьмем, посмотрим. Вот этот завод построим. Мы его потом можем переместить в любой момент, господа. В любой момент. Нам еще побольше убежища построить сюда, и все будет нормально. Кстати, чтобы вообще проблем не было, нам стоило еще бы вторую шнягу такую построить, чтобы перерабатывалось все. Ну и про электричество нельзя забывать. Мне кажется, у нас бюджет завышен немного. Надо чуть-чуть занизить. И очищать эти гребаные свалки. Очищаем, давай, 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 давай. Быстро, быстро, быстро. Две свалки пока что очистим. Хотя, стоп. 78%, заполненность 68%. Здесь сколько у нас? 92%. Сначала давайте вот это очистим. Сейчас такие пробки тут, такие движники пойдут. Это жесть просто. Так, очищать это пока что не будет. Вот эту шнягу будем очищать сначала. Ага. Римас, ночью не снимай, ничего не видно. Дизлайк, отписка. Римас, не делай такой голос. Дизлайк, все, отписка. Что-то Римас прорвало сегодня. Так, клиники, клиники есть у нас, да? Правда, вот в этой местности клиник нихера нет. Нам бы сюда по какую-нибудь клинику поставить. Только не хотелось бы, конечно, перестраивать все это дело. Давайте вот здесь вот поставим. Вот так вот. Чтобы жители намного, средний уровень здоровья 70%. Это такой, знаете, нехороший показатель, если честно. Очень нехороший показатель. Так, датчик землетрясения нам бы построить. Чтобы понять, где происходит землетрясение. Вот это жесть. Вот это вот обалденно. Все, наконец мы с вами поставили датчик землетрясения. Я надеюсь, его подключать не надо, да? Или надо? Вроде не надо его подключать. А, я еще, знаете, что хотел построить? Депо пожарных вертолетов обязательно нам надо поставить. Правда, он очень дорогой, блин. Сколько? 112 тысяч, Карл? Карл? 112 тысяч. Нет, 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 нет. Пока я кредиты брать не буду.
Я все-таки лучше продолжу, наверное, строительство этого добра всего. О, стоп. У нас проблемки появились, дорогие друзья. Все-таки придется кредит взять, потому что сейчас начнутся проблемы с электроэнергией. Бюджет я не хочу поднимать, потому что бюджет сильно влияет на общую экономику. Лучше построить нужные здания, чем как-то пытаться их переполнять. Я, наверное, все-таки построю пока что нефтяную электростанцию, которая будет нам вырабатывать 120 мегаватт. Общая сложность, мы вырабатываем 169. Сколько, кстати, нефтяная стоит она? 62 тысячи. Ну, очень дорого, если честно. А эта хрень 12 тысяч стоит. Зато по 20 мегаватт. Давайте лучше пока что вот эту вот хрень поставим. Раз, два. И на матрас. Все, нормально. Не надо 120 мегаватт ставить нам. Пока что не стоит. Так, высшая школа есть. Младшая школа, в принципе, тоже есть. Это очень хорошо. ДПТ пожарных вертолетов 112 тысяч стоит. Карл, как тебе построить, скажи, пожалуйста. Ладно, давайте пока что вышки поставим сюда. Одна вышка здесь, одна вышка здесь. Одна здесь вышка и одна здесь вышка. Ну, давайте вот здесь вот тоже одну поставим. А, недостаточно денег, нормально. Все деньги просрал, Рибосенок. Рибосенок, поросенок. Так. Все, прекрасно. Ну что, будем строить сначала крупный город, да? Я думаю, вот здесь вот можно вот так вот сделать. А, здесь, да, ну да, понятно, не знаю, денег не платить. Конечно, конечно, Карл. Строим тогда большие здания. Пусть они строятся. Давай, родной, сейчас мы будем в минусе, я в курсе, я знаю, что мы будем в минусе. Ну, ничего страшного. Стройте большие здания. Ну, давай. У нас же есть потребность. Я не хочу вот эти вот маленькие дома частные. Я хочу вот большие, огромные многоэтажки. А то и так народу не хватает. Так. И... делаем вот это вот постепенно, просто перестраиваем, чтобы в минус не уйти. Прям начнем с самого начала, да? Откуда мы, в принципе, начинали строить свои города. Что-то мы выгнали многих, да? Теперь вот давайте вот эту вот часть сначала пусть достроится, а после уже пойдем дальше. 7 из 7. Кстати, эти земли сразу мгновенно закупаются, да? Потому что, ну, это считается центр города возле Ви. Ну, прикольно. И рядом, кстати, и школа, насколько я помню. Где-то здесь школа была рядом. И парки всякие, оздоровительные всякие хрени. Да. Такие есть. Здесь даже два парка рядом друг с другом. Это очень хорошо. Это очень прекрасно. У нас, кстати, опять минус. Бори. Вода очистная станция, да? Угу. 15 тысяч. Да, вот это землетрясение, конечно, прям не вовремя сюда прикатилось, к сожалению. Ну прям не вовремя. Our coffee technicians, что-то там про технологию кофе говорят. Так, две свалки у нас уже заполнились. А вот эта хрень, походу, не успевает перерабатывать мусор. Она у нас полная. Количество мусора 400 тысяч, да? Из 400 тысяч. Примерно так получается. Прекрасно. Да, и свалка просто еле-еле очищается. Слушайте, может быть, и как-то, я не знаю, нам потом, может быть, в следующей серии придется еще одну развязку построить вот здесь вот. Потом же чувствую, я скоро будут пробки. О, кстати, вот эти вот первые, видите, первые высокоэтажки. Наконец-то построились. Блин, прикольно, да, так? Освещение прям обалденно. Опа. Ай, как обалденно она поет.
Я забыл, кто это поет. Это Джеймс, кажется. Ладно, ребята, это была очередная серия на нашем канале. С вами был Римас. В следующей серии у нас будет еще больше проблем. Нам придется все-таки вот это вот дело как-то, не знаю, как-то залатать, что ли, либо оставить и сделать что-нибудь красиво. Кстати, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Символ промышленности, символ изобилия. Парк метеоритов. Мне кажется, его пока состроить не стоит, так как у нас же метеорит пока не упал. Да. Мемориал катастроф. Вот его, в принципе, можно построить прямо вот здесь вот. Как говорится, в честь памяти павших при землетрясении. И вы посмотрите, здесь очень много разных флагов, да? Флаги разные. Флаг Испании, флаг Италии вижу, Франции. Что тут прям... Камеры не могу рассмотреть. Вот флаг Германии, флаг я не вижу. Это вижу флаг Испании, а Германии я не вижу флаг. А где Германия? А чё немцев обидели? Где Германия? Нет, это нехорошо. Блин, прикольно, да, этот? Прикольно, обалденный. Прям со смыслом, да? Типа вот рука подает и помогает, как говорится, да? Человеку, попавшего в беду. Ну, а там девочка прыгает, смотрите, играется. Ну-ка, от первого лица включим. Красивая игра все-таки, да? Оу, какая пошла, смотрите, важная прям. Здравствуйте, можно с вами пообщаться? Красивый памятник. Всем удачи, друзья.